Здравствуйте, дорогие мои друзья и гости моего канала. Я хочу сегодня вас поздравить. Нас 5000. Огромное вам спасибо и низкий вам от меня поклон. Благодаря вам это смогло случиться. Благодаря вашему доверию, благодаря тому, что вы мне уделяете внимание и тратите на это свое личное время. Огромное всем спасибо. Еще я хотела сказать, я уже говорила, что когда смотришь канал, так как я смотрю Черничников, Черничный хутор, ты уже знаешь и характер этих людей, чем они занимаются, какие у них интересы, что они любят, какие у них вкусы, что они кушают. Но как они живут, что они имеют вокруг. Человек становится не чужим. Ты про него все знаешь. Но я не могла знать, что когда у тебя свой канал, то твои подписчики становятся тоже не чужими. Кто-то из моих подписчиков написал: мы в ответе за тех, кого приручили. Это не я вас приручила, это вы меня приручили. Вы тоже стали не чужими. Волнуюсь. Многие уже как близкие друзья, подруги. Многие как приятные знакомые. Но многие зашли впервые поглядеть. Рада всем, кто заходит в гости. Ну и по традиции, я была сегодня в Османе. Осман по традиции. Всем всего доброго, здоровья, счастья и до новых волнующих встреч. Всем пока-пока. Ну что, мои дорогие, Осман. Мы идем в Осман. Хочу вам показать корнус. Не знаю, как он называется. По-русски. Смотрите, как цветет дерево. Обалдеть. И потом на нем появляются такие ягоды замечательные. Вон там цветет люпин. Я говорю же, после желтого начинает цвести все сиреневым фиолетовым цветом. Ну, идем дальше. Ну вот, родственники, Чингисхан. Целая группа. Такие прекрасные гортензии. Кассия. Шварц Ойгеги Зюзанна. Опа. Мешали. Девчонки, душистый табак. Запаха нет вообще.
Ну вот это сальвия. Вермут. Это вермут. Ну вот, мы пришли на место, туда, куда я и хотела. Сейчас мы возьмем пару горшочков здесь красивых. Так, выберем. Зон. Идем дальше, потом беседуем, я еще посмотрю.
Ну вот как-то так. На Персянка. Здесь мои земляки, смотрите, это петушки. А пахнут они. Они пахнут. А у нас-то как пахли. Обалдеть можно было. Это все такое красивое, метаксвалюма, наверное. Вот я съеду. У нас здесь комнатные растения. Девчонки, смотрите, какой кактус обалденный. Девочки, кто любит орхидеи? Орхидеи без горка. Вот опять орхидеи без горшка. Видите, какая красотища висит. Сейчас потрогаем, живые или нет. Мертвые, искусственные. Такие бывают и живые. Ну, здесь срезка. Ну вот, как-то так.